Президент Виктор Янукович планирует поехать в Вильнюс 28-29 ноября на саммит Восточного партнерства, сообщил сегодня журналистам в Киеве министр иностранных дел Леонид Кожара. Глава МИД подчеркнул, что Украина не отказывается от евроинтеграции. Напомним, 21 ноября Кабинет министров решил приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это вызвало многотысячные акции протеста по всей Украине. В Киеве на митинг вышли тысячи человек. Евромайдан состоялся в воскресенье и в Запорожье. Около 1000 человек собрались под стенами облгосадминистрации, чтобы выступить за подписание договора об ассоциации между Украиной и ЕС. Высказаться у микрофона могли все желающие. Под флагами оппозиционных партий горожане скандировали «Украина в Европу», «Слава Украине» и другие лозунги. Запорожцы развернули на ступеньках облгосадминистрации огромный флаг Украины и ЕС.